Ёлки-палки, что за чёрт? Аля, просыпайся. Я, кажется, ё-моё, муху проглотил. Ой, как плохо. Я думал, хуже не бывает, чем 1 января. Ой, извините. Что происходит? Ёлки-палки. Добрый день. Вечер добрый. Эй, Дик, ты там был? Да, я там был, а где же еще? Господи! Скажите, я это вы? А вы это я? Я это вы. А вы это вы. Оставьте меня. Что тут, черт возьми, происходит? Не волнуйтесь, пожалуйста. В вашем положении не надо волноваться. В каком таком положении? В интересном положении. Уважаемый, в каком таком интересном положении? Мне плохо. Я проглотил муху. Это не муха. Вы беременны. Беременный? От кого? Бляха-муха! От меня, бляха-муха. Меня зовут Трахатух. Я последний живой представитель планеты Йоки. Я преодолел миллионы световых эколикторов для того, чтобы найти идеальное существо, которое дало бы новую жизнь на моей родине. И я нашел его. Это вы. Поэтому я вас оплодотворил, ё-моё. Блин, я изнасиловали! Ох, как мне плохо. Приятного аппетита. Ты чего, ёлки-палки? Тут что, сбрендил, что ли? Я Трахатух. Вам нужно свежее стекло. Стекло успокаивает, укрепляет кости. И оно полезно вам и нашему ребенку. Отстань от меня, ты тварюка! В вашем случае алкоголь – это яд. Он может принести вред нашему ребенку. Ах ты! Ты НЛОшник, ты хренов! Ты мне заплатишь за это пиво. Конечно, конечно. Конечно, желание беременного – закон во вселенной. Давай, давай.
Давай. Чего ты ждешь, лопух? Да бей! Ты. Ну. Родовые позы включают в себя и растяжки. Да ты с ума сошла! Там же футбол! Это я. В данный момент... Травматолог. Просмотр футбольных матчей вызывает стресс и агрессию. А это очень вредно для нас. Вместо футбола я рекомендую вам посмотреть обучающую программу для беременных. А вы поешьте немного стекла. Это способствует формированию костей и мозга нашего ребенка. Что это у нас происходит, а? Трахотох! Что такое? Я тебя урою! Люди! Помогите, люди! А ну, отпусти меня, болван! Похоже, у папы сорвало крышу. Явился, подлый НЛО. А ну не трогай, Бобочка! Я тебе покажу нашего ребенка! Я балдею, но папу им понесло! Это все от безделия и алкоголизма! А ну, Оксана, хватай его за ногу! Бобочка, ты со мной! Вчера она была такая скука. Случай. Ну что, доктор? Вот я никогда в своей практике вот не видел такого синего языка. Так это ж муж только что выпил бутылку с красителем. Ну. О, понимаю. Имидж ничто, жажда все. А еще вы не представляете, кричал что-то о пришельцах. Господи, ну зачем же ж лечиться у пришельцев? Лечиться надо у своих. А? Я лично не потерплю утечки капиталов в другие галактики. Конечно. Значит так. А ну, еще раз. Если приступ повторится, угу. Вы ему вкалите... Вот это. А это не опасно? Да что вы, что вы? От тархуна еще никто не умирал. Я ему выпишу еще рецепт. Меня аптекарь слезно просил. Хорошо. Добрый день. Как себя чувствует наш больной? Я принес ему баночку варенья собственного изготовления. Спасибо. Уже лучше. Только вы близко не подходите и, пожалуйста, ни слова о пришельцах. Скажите, пожалуйста, а как вы узнали, что краситель – лучшее средство для сухожилий? Это я, Трахотор. Я принес немного стекла. Оно будет полезно для вашего дома. Трахотох, я тебя уничтожу! Сестра, ухом! Да! Я убью! Это убью! Да! Сделаю выкиды! Алюня. Шо? Мы должны серьезно поговорить. Да-да. Но сначала лекарство. Я должен тебе признаться, но пообещай, что ты больше никому
Никому, никому, обещаю, мамой клянусь. Выпей, пожалуйста, меня это успокаивает. Ну, у нас будет ребенок. Так мы с тобой практически не... У меня будет ребенок от пришельца! Ах, да, да-да, конечно, вот хорошо. А мальчик или девочка? Да, я очень... Мама, бабушка снова не хочет купаться, она погрызла всю шапочку. Да иду, иду уже, ничего без меня не можете. Это я, Трахотол. Уже недолго осталось. Завтра в это же время все будет кончено. Вы родите, и я учусь с нашим малышом на свою планету. А вы будете снова пить пиво и смотреть футбол. А сейчас немного стекла и красителя не повредим. Принеси 200 евро, а то бабушка не хочет ничем другим вытираться. Красивые вещи. Наследство для нашего малыша. А знаете, наверное, больше всего мне нравится быть Оксаной. А этот лысый... Ого-го. Если у вас был контакт с пришельцами, и вы нуждаетесь в квалифицированной помощи, позвоните 071-666-666, профессор, доктор Виктор Фактор. Бабушка, прекратите дразнить папу, он может вас покусать. А я его не дразню. Я только хотела его немножко развеселить. А давай я тебя развеселю. Внимание, наш поезд отправляется. Только посмей сказать, что следующая остановка конечная. Батя, пиво хочешь? Издеваешься? Обижаешь? Сынок. Только не здесь, потому что лучшее место для употребления пива где? В туалете! Судя по вашему виду, это вы мне звонили. Профессор Виктор Фактор с кафедры уфологии и паранормальных явлений. Наконец-то, профессор, вы моя последняя надежда. Представляете, этот пришелец... Я бы хотел, чтобы мы переговорили с вами с глазу на глаз. Во, пойди-ка поупражняйся с гантелями. Воу, пиво-то оставь. Ну и ладно, банка пива на трек все равно не делится. Значит, позвольте, я вам помогу. Да, да, конечно, я немножко связан. Значит, вы утверждаете, что это был Трахотох? Да, да, эта сволочь оплодотворила меня. Трахотох, этот космический злодей, он
Вот. Покажите мне язык. А живот у вас болит? Да. Нет, не болит. Немножко вздувается и чешется. Дело в том, что я первая жертва на земле, который меня изнасиловал этот трахотух. Да, я был молод, наивен, такой увлекался космосом. А он показался мне сперва таким зрелым, таким всезнающим, со своим космическим кораблем. Он был ко мне, обещал межгалактические безумства. И, в конце концов, это состоялось. Я забеременел. Как я вас понимаю. О, это казалось так все просто и легко, за исключением, конечно, стекла и красителя. Но только со временем я понял, каким чудовищным последствиям я подвергал свой организм. На протяжении 24 часов я полностью облысел. На протяжении следующих суток у меня исчезли все гениталии. Но страшно не это. Страшно то, что я перестал любить футбол и пиво. И вместо этого я увлекся вязанием и просмотром мексиканских сериалов. Это невозможно. Это возможно, Василий. Возможно это. Трахотох. Этот космический злодей. Он лишил меня всего. Он лишил меня вот этого. Он лишил меня вот этого. Он лишил меня тут. И теперь я получился как полный трезвый импотент. Без всякого волосяного покрова. А ничего. Мы уничтожим этого трахотоха. Как? Я знаю, как уничтожить этого трахотоха. И я это сделаю. О, трахотох! Где ты? Ну, наконец-то! Наконец-то! Кто здесь? Я жду вас в космос. Мы приходимся лишь к галактическому безумству. У меня самый дорогой галактики космолет. С самолетами только тушьтесь. Довольно. Игра окончена, трахотох. А может, шпок-шпок? Виктор, ты тут? Я думал, ты умер. Нет, я не умер. Я жив. Ну что это за жизнь, когда ты просыпаешься с утра, и у тебя не болит голова? Ты превратил мою жизнь в сущий ад. А теперь у тебя новая, невинная жертва. Ну, ничего, я пришел тебя уничтожить, трахотох. Ты... жалкий, ничтожный земной человечешка! Без волос, без гениталий, не употребляющий алкогольные напитки, и ты хочешь меня уничтожить! Чем? С насильником! Можно справиться только этим! Сделаешь этого, Виктор? Я сделаю. Очень даже сделаю. Потому что больше я ничего не умею. Так вот, Василий. Да. Я же говорил в районе, что наведу порядок везде.
А вы, Василий, пейте водку, запивать пивом и курить сигареты. Одну за другой. Одну за другой! Боже мой, забудьте про кофе. Забудьте про чай, про молоко. Чистая вода вам категорически запрещается. Да-да. Только водка, только пиво и сигареты. Только при такой диете мы сможем родить наследника Трахатоха недоношенным. Ах! Недоношенным! Ни Трахатоха, ни профессора. Фу. Значит, это все мне приснилось. А чего же у меня такой большой живот? Это я вчера пиво перепил. Фу. Значит, ой, остается одна проблема. Успеть добежать до туалета. О, Степаночка, о, я вижу. Где это вы так нализались, Василий? Я на строгой диете. Водка, пивко, сигаретки. Водка, пивко, сигаретки и так далее. А вы что, принесли пенсию бабе Кате? А то мне нужны деньги для диетического питания. Сейчас это страшно все подорожало. Какой у вас добрый диетолог. А у меня вот как-то странно бурлит в животе со вчерашнего дня. Сдуло, видишь, как будто моху проглотил. Или еще что-то. Вот тебе мой совет. Накатил — проблемы нет. Обидно. Накатил ты, а проблема у меня. Папу, не орать, а радоваться. Вчера опять увеличили пособие при рождении.